Около 4 часов дня на пульт 101 поступило сообщение о возгорании частного дома по Тамерлановскому шоссе. По вызову на место происшествия были направлены 2 единицы спецтехники. Прибывшие на место происшествия пожарные за короткое время потушили возгорание. По словам соседей, этот дом снимал молодой парень, торгующий на одном из базаров города. Следователь департамента ПЧС выясняет причины возникновения возгорания. Я ехал по дороге, когда увидел пожар. Я остановился и вызвал по телефону пожарных. Соседи говорят, что в этом доме жил парень грузчик. Не дети, это был идет к нему турганы кин. Грузчик была турганы кин. Аренда какая бикин? Около половины первого ночи по улице Рыскулбекова неизвестный водитель допустил наезд на пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший – молодой человек 1979 года рождения. Кандай состояние? Орта дәрежелі ме? Алып кетесіздер ғой. Прибывшие по вызову медики оказали пешеходу первую помощь и госпитализировали в больницу. После опроса свидетелей стали известны приметы сбившей пешехода машины. Автомобиль BMW 5 серии черного цвета был немедленно объявлен в розыск. Проводится расследование обстоятельств наезда на пешехода.